Сделать фотографию возле одного из самых известных городских арт-объектов сейчас не получится. Впрочем, как и узнать точное время. В летний период желающие сделать необычные снимки буквально затоптали цветочные часы. Некоторые даже умудрялись сделать селфи на стрелках. Предупреждающие таблички не помогли. Пару дней назад было, значит, женщина, мужчина, довольно-таки опрятно выглядят. Но, да, минуя ограждение, как бы, грубо сказать, залезли на цветочные часы и начали фотографироваться. Сейчас объект на реконструкции. Рабочие снимают верхний слой, чтобы подсыпать чернозема. Потом специалисты поднимут цифры и стрелки и отремонтируют часовой механизм. А чтобы ситуация не повторилась, было принято решение оградить часы забором. Жители и гости курорта с нетерпением ожидают окончания работ. Люди приезжают, которые из других городов, они как бы фотографируются здесь. Очень красиво для города. Я сфотографировалась уже 10 раз, вот приезжают родственники, всегда приходят сюда и фотографируются. И вот скамеечку теперь красивую сделали, так что очень хорошо. Наша визитка города, всегда здесь много людей, которые хотят сфотографироваться. Это очень уютное место, нравится всем, как местным жителям, так и приезжим. Нам очень нравится. Многие отдыхающие знают и хотят посмотреть на эти часы. Это украшение нашего города. Полная реконструкция, по словам специалистов администрации города, будет закончена в первой половине сентября. Руслан Душевский, Анапа регион.